Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня, ребята, можно сказать, это такой небольшой подкастик, в котором я хочу поговорить. Ребята, слушайте, о новой версии Пиксельмона. Да, ребята, все-таки я просто-напросто давно не заходил на сайт Пиксельмона, ну как давно, пару дней. И оказалось, ребята, что новая версия уже не то что в стадии разработки, а она уже близка к выходу, то есть... Ну, не то, что названа точная дата ее выхода, но уже более-менее названа. Так, ребята, давайте сейчас перейдем на сайт и посмотрим, что и как там написано, и обсудим, что там будет с нового сезона, что будет в новом сезоне, когда он будет, что нам нужно сделать, что нам нужно успеть, и во всем разобраться. И давайте посмотрим, что и как тут написали, ребята. Ну... Вот написали, что они уже почти что, уже как бы, уже дошли, ну, уже можно выпускать, как бы, новую версию, да. И вот давайте переведем, что тут написано. Ну, как бы, не полностью, а вот только так. Ну, в принципе, они пишут, что они хотели бы сообщить нам, что бета-тест идет, в принципе, все отлично и все как бы нормально. И самое главное, ребята, вот то, что я забыл, не то, что забыл, а не смотрел. Они это написали 22 июня. Сейчас 26 июня. 22 июня это было... Я не помню, это вроде воскресенье было. Я точно не помню, но вроде. И вот сейчас написали, ребят. Релиз состоится через 7 дней с того момента, как они это написали. То есть, если они написали это воскресенье 22 июня, то выйдет оно сейчас у нас, то выйдет оно 29 июня, ребята. И написали вот, что, ну, может на пару часов больше, если там что-то нужно будет переделать или еще что-то такое. Вот, и, в принципе, есть уже новые скриншоты, ребята, с версии Майнкрафта 1.7.2, уже новые биомы с покемонами, да. А по поводу покемонов, я, ребят, не знаю, если честно, ввели они их или нет, но есть уже некоторые изменения, как бы другие анимации, в принципе, это отлично, ребята. И, в принципе, ребята, если так думать, то, что новая версия выйдет в эти выходные, я просто охренел. Я сначала просто нереально обрадовался, но потом я подумал, ребят, этот сезон еще даже не завершен. А выходит уже новая версия Пиксельмона. Если мы будем продолжать вот так спокойненько играть, ловить всех покемонов, которых у нас не хватает, то мы поиграем в новую версию Пиксельмона приблизительно через месяц, ребята. То есть, когда она уже будет иметь выход, ну, уже как бы уже будет, можно сказать, уже давно вышла, да? А, поэтому, ребята... Вот так я подумал, посчитал, сколько нам там покемонов не хватает, ребят. Нам приблизительно... Ну, как бы, от 35 до 38 покемонов нам не хватает. То есть, вот Запдос, Гроудон и вот эти все покемоны. Вот сейчас просто я думаю, ребят. Если новая версия выйдет максимум в воскресенье, они написали через 7 дней от того момента, как они написали. То есть, это воскресенье. Но просто как бы у них там американское время, вот то, что я не знаю, будет ли это воскресенье у них, а у нас уже будет понедельник. Или это у них будет воскресенье, а у нас где-то вечер субботы. Я не знаю, какая разница там с времени с Америкой и у нас, ну как бы в России там. Поэтому, ребята, вот это я тоже не учел. Может оно выйдет и в субботу вечером, а может оно вообще в понедельник выйдет. А может, я фиг знает, ребята, фиг его знает, когда оно выйдет. Но что нам нужно, ребята? Давайте просто-напросто подумаем, просто представим, что выйдет в воскресенье. Я думаю, все, ребят, хотят новый сезон, новая версия Пиксельмона. Ребят, что хочу я еще добавить? Я так подумал, посидел, посоображал. Я думаю, и вам это понравится, и, в принципе, это будет намного интересней. Если у меня получится включить... Пиксельмоне спаун обычных монстров. Ребят, не надо сразу же говорить, что не надо, да ну нафиг. Давайте представим на секундочку, какие плюсы и какие минусы.
Плюсы обычного пиксельмона. Мы ловим покемонов, охотимся, сажаем априконы и вот это все делаем и просто-напросто убиваем других покемонов и, можно сказать, просто-напросто качаем своих. Сейчас на секундочку представим, что у нас будет включенный, режим, выживания, да? Какие плюсы такие же, как в обычного пиксельмона, но давайте добавим еще плюсы выживания. Ребята, мы сможем, во-первых, нам нужно будет выживать. Это добавит более разнообразности и более хардкорности пиксельмону, так как нам нужно будет добывать еду. Когда мы будем сражаться с покемонами, на нас в любой момент сзади может подбежать крипер, взорвать нас. То есть это уже хардкор, и можно сказать, немного. И нам нужно учитывать то, что не просто так сражаться, а учитывать то, что за нами может еще там какие-то монстры бежать. Плюс к тому, нам нужно будет не только за пиксельмонами охотиться, а также делать себе мечи, броньки, так как, ребят, у нас броньки вообще нифига нету, нам мечи сейчас не нужны просто-напросто. А так это нам нужно будет, ребята. Плюс у нас будет дополнительные цели, то есть, в конце концов, можно сказать, что добавится цель, что нам нужно будет потом убить финального босса дракона, но это уже если вы, ребята, захотите. Поэтому я думаю, что так намного будет интересней. Я думаю, все со мной согласны, потому что, в принципе, мне кажется, что это так. Еще что, ребят, хочу сказать. До воскресенья осталось несколько дней. Нам нужно словить 30 чем-то покемонов. Я хочу, если выйдет пиксельмон в воскресенье, я хочу начать новый сезон в тот же день. Но нет смысла начинать новый сезон до тех пор, пока мы не закончим старый. И что делать, ребята? Я подумал так. До воскресенья я попытаюсь закончить этот сезон. Я не знаю как, нам нужно словить 35 покемонов. У нас покеболов почти что нету. Ну, как бы есть 7 мастерболов. Наверное, мы сейчас просто-напросто будем искать покемонов и ловить. И просто покупать себе мастербол, чтобы сразу их ловить. Чтобы не запариваться, сразу их ловить. Ребят, 30 покемонов это еще много. Это много нужно охотиться. И за 3 дня это просто нереально. Вот что я подумал, ребята. Если вот так, я постараюсь просто-напросто закончить сезон за пару дней, чтобы потом успеть на выход новой версии пиксельмона. Что это означает? Означает то, что это, можно сказать, в день будут выходить от 3, если получится, где-то до 10 серий пиксельмона. Я надеюсь, вы тоже рады, потому что это просто-напросто дохренище, нереально дохренище, ребята. Я постараюсь это все сделать. Я постараюсь просто-напросто сидеть и постараюсь до воскресенья закончить этот сезон. Что от вас требуется, ребята? Только поддерживать меня, чтобы я успел закончить. И чтобы, в принципе, вы тоже смотрели 5-10 серий в день пиксельмона. Это очень... согласитесь, что это нереально просто. Что от вас требуется, ребята? Ставьте лайки под серии. Прошу. Если, допустим, 5-10 серий в день, если серия вышла утром, если на серии наберется 100 лайков, сразу же выйдет новая серия. И сразу же выйдет... На новой серии наберется еще 100 лайков, сразу выйдет новая серия. На новой серии 100 лайков, сразу выйдет новая серия. Действительно, ребят, сейчас серьезно я говорю, потому что если я буду нормально вот так... Если постараюсь закончить сезон быстро, то будет выходить много серий, потому что 30 покемонов никак не словишь за 5 серий. Никак. Даже если бы мы их находили за секунду, мы бы и так их не словили все 30 покемонов, так как их нужно еще прокачивать. Поэтому, ребята, вас прошу ставить лайки, чтобы просто-напросто успеть к выходным закончить данный сезон и начать новый сезон с новой версии пиксельмона на новой версии Майнкрафта. Ребят, я надеюсь, что вы меня тоже поддержите, потому что это просто, ребята, офигеть, как сложно и словить вот этих всех покемонов. И поэтому, ребята, я на вас надеюсь. Действительно, я надеюсь просто-напросто на вас. Мы уже словили одного покемона с мастерболом.
Потому что просто-напросто сейчас мы будем даже ловить всех просто-напросто с мастерболами. Потому что очень много покемонов, и я не успею всех словить просто так. Ну, одного мы уже словили. Как видите, написала нам, что заполнен там уже, заполнен на какое-то количество. Ну, Покедекс, но как бы еще очень много покемонов не хватает. В данный момент, если я помню, не хватает 36 покемонов. Мы потом посчитаем, сколько не хватает. Если сейчас словим Оникса, то 35. Отлично. Словили еще двух покемонов, ребят. Я надеюсь, вы меня поддержите. Вы меня будете поддерживать, ставить лайки на серии для того, чтобы в серии выходили больше, чаще. И просто-напросто нам нужно постараться, действительно, ребят, закончить новый сезон к выходным. И в выходные мы начнем новую серию Пиксельмона. Ребят. Наверное, все-таки на этом мы закончим этот подкаст. Я не знаю, я бы как рассказывал, да, но вышло... Вот пропал он. Вышло это, можно сказать, как серия Пиксельмона. Но посмотрим. Поэтому, ребят, давайте на этом закончим. Я думаю, все поняли, что и как я хотел сказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.